Всем привет, я буду с голосом играть. Будем сегодня качать ЛТТБ до объекта 140-го. В принципе, до объекта 140-го можно дойти, так как путь его не очень-то и сложный. Потому что у объекта путь через ЛТТБ или ЛТГ, я выбрал ЛТТБ, потому что, как по мне, ЛТТБ будет лучше, чем ЛТГ, раз так 60. Потому что мне нравятся быстрые, маневренные танки, чем такие как ЛТГ. По-моему, ЛТБ прочность, по-моему, получше, чем ЛТГ. Или одинаково, я уже, честно сказать, не помню. В напряжённых моментах я буду рубать голос, потому что неудобно. Так я хочу, в принципе, хочу дойти до объекта 40-го. Потому что а чё бы и нет? Объект 140-й это фарма, не только это что десятка, это фарм денег. Боже, мой тиммейт не играет вообще. Вот смотрите, заряжающий контужен, скорость перезарядки снижена. Рикошет! Заводчик контужен, разброс увеличивается. Не попал, серьезно. Рикошетничает, и как я не попадаю. О боже, я сейчас выиграю. Я боюсь, что меня может забрать. Так, а вот это страшно. Что он меня может забрать? Кстати, этот я его буду называть ИС, так как он не похож на какой-то объект. На ИСа больше всего посмахивает. Этот ИС, он больше, наверное, для фарма, чем для фана. Я скажу потом вот так, потому что вряд ли объект будет не фармить. Это ж как по-моему, он давался бесплатно, что люди того. На ЛТТП, как и на ЛТГ, броня не очень, я бы потянул бы. Не знаю. Но я бы потянул бы, согласен. Этот броньку, потому что. Чё бы и нет, потому что ЛТТБ не очень бронированы, как и ЛТГ. Впрочем, броня
Желаю хорошо. А, ну, ТБ это почти как, знаете, как Амх, по фану играть. Ну, можно сказать, да, как по фану. А, да, согласен. Так. А, ничего, никто не едет, да? Чего? А чё все этот... вообще забьют? Я боюсь, что меня сейчас... либо этот... вот такой смышленный... О, давай, давай, перезаряжай. Да, почему его тут... давай, добей, пожалуйста. Очень много опыта и серебра. Да, это же очень много, согласен. Так, давайте сейчас катаем, наверное. Это 44 тоже пофармить серебро. Так, почему бы и нет? На моменте, в котором будет сложно, я буду молчать, потому что, сами знаете. А, то есть Т-44 85. Поехали. Ниже, чем Т-44, да? Я уже не помню, когда я вообще это делал. У меня АК это очень старый. 17-го. Даже 16, я помню еще. Там были такие танки на колесиках. Так. А вы знаешь, кто это? А, да, вы знаешь. Сейчас. Ну куда ты едешь? Высы контролируем, сейчас говорит. Вот сейчас он столкнет. Еду наших спасать. Ну какого ж? Гибаты? Блин, они гении, они боже, назад опускают.
Ну куда ты едешь? Меня не пробито. Куда ты идёт вас? Пушку можно докачать? О, ну, скорость моей памяти, скорость перезарядки ухудшается, вообще не ухудшается. Урон 200, урон 200. А скорострельность? Ну, мне скорострельность, конечно, да, подтянуть. И ну, наверное, да, лучше я. Так, чего у меня просто. Да, просто такие стоят. А что тогда так фигово? О, опять не в топ, как всегда, в принципе. А, не. А, не, в топ, ну да. Что он 22-го? Дура. 22-й да, фейсит. Фейс, люди, фейсит. Так, ну, на ЛТБшку должна быть проще. Чем на ЛТБ. Я ж, по-моему, говорил, прикинет. Ну, в принципе. А, никто за мной даже не едет, я понял. Я понял, за мной даже никто не едет. Значит. Ну сейчас, смотрите, я на кого-то напомнюсь. Я пишу. А, ну да. Есть пробитие. Никто же не спасает. Командир контужен, видимость снижена. Боже. Попадание. Гусеницы повреждены. Шанс разрыва. Там уничтожен. Ааа, какого-то. Что за раки? А что, так можно? Так. Скачать на эту, наверное, не собственно. Поехали. Самое дно. Страшно будет. Да почти все страшно будет. Ну, кроме того, если я не сразу с фугасика не заберу этого, то есть два. И с, ну, немного страшно. Все остальные это прям ГГ. И все едут туда, куда Истеи. Гении. Они сейчас будут все на СТ. И один, походу, кто-то будет, прикиньте, таким с этот СТ будут выходить. И кого-то с, ну и сзади будут по нам шмалять. Они гении, конечно. К СТ, ладно. Но я куда хочу. Потому что я. Блин, чистые. Я могу прикрывать. Ать. Шмать. Я шить его. Броня не пробита. Все, я заметила.
Я бибика, за мной не указ. Ой, сзади ИС. Смотри, за мной едет. Кстати, фигово, кстати. Минус 7000. Спасибо. Так, что за заданка? Заданка. Так, ЛТБшка, поехали. Поехали, ЛТБшка. Опять в самом жопу. Но не нравится то, что... Мне не нравится. Ой, я помню, как я здесь амха. Помните, я здесь амха забрал? Сушки, угас. Как я угарно вот здесь. Это стояла амха, а здесь я сушка. Ух, как я ее жахнула. А чё, он каста никто не дает? Есть попадание. Фигово попадание, чё с ним? Есть пробитие. Ой, нет. Смотри, смотри, смотри. Боже, это не он, Сириус? Уже пол хп нету, потерял. Там еще, а кто там еще может стоять? Кто там еще может стоять? Смотри, я думала, он будет, он не будет. Ну куда ты лезешь, боже? Молоточек. Не только молоточек. У нас еще...
Я опять же повторюсь, с этого можно много живого собрать. Как я в предыдущей катке. Одного убил, 28 урона только. И все, в принципе. И кроме 28 урона и одного фрага я ничего не сделал. И ушел на минус 14 тысяч серебра. Это ж пипец. Да, на ИСе и все. На ИСе и все. Поехали. Боль. Здесь не видно, кстати. Так, ну, Ис, по-моему, здесь не будет светиться. По-моему. Сушка хорош, сушка. Бронило. Давайте, не добегайте его, посмотрите. Серьезно. Вы можете добить бедно. До свидания, Ис. Было хорошо познакомиться. Ой, боже. А нам-то ГГ, кстати. Я не думаю, что мы справимся против... Потому что что? Правильно! Убили тогда! Пса только убили, боже! А вот у нас ни одного хорошего танка нет. Все, похоже, тигр убили. Ну давай, наводись! ЛТТПшка, что я хочу сказать? То, что, ну, танк, ну, вроде как и нормальный, но мы собираемся идти через 54-го объекта, Т-54-го и 140-го. Ну, все, сегодня, на сегодня все.